Сегодняшний день принес еще одно подтверждение того, сколь сложная ситуация складывается на Ближнем Востоке и вокруг него. Огнем из стрелкового оружия пришлось отогнать российскому сторожевому кораблю «Сметливый» турецкий «Сенер», двигавшийся в его направлении и уже приблизившийся на расстоянии нескольких сотен метров. Это, говорят моряки, был единственный выход, чтобы избежать столкновения. Все происходило в Эгейском море, рядом с греческим островом Лемнос. На этот час известно, что утром около 9 по московскому времени экипаж сторожевика, стоявшего на якоре, и это важно, заметил приближающееся турецкое судно. Ни на радиозапросы, ни на световой семафор, ни на сигнальные ракеты его экипаж не реагировал. И только когда моряки выстрелили в воздух на расстояние, как они подчеркивают, гарантированного не поражения, 600 метров, турецкий «Сенер» сменил курс. Зачем он приблизился на такое расстояние и почему молчал, неизвестно. Российские военные не исключают, что это могло быть провокацией. Военный атташе Турции в России был вызван в Минобороны для объяснений. По итогу разговора обещал доложить Анкаре содержание сделанного ему жесткого представления.